Шаг сделал в сторону. Куда в сторону? Совсем уже обалдел. Поздравляем с победой. Красивый гол получился очень. Спасибо. Можно рассказать о нем поподробнее? Ну, мы хорошо поработали, получается, нападение всей тройкой. Выиграли момент, и Шипачев отдал отличную передачу. Там с того вылезти и забросить шайбу. Очень больно падать под шайбу. Ну, если хотите, можем как-нибудь устроим. Вы сегодня же опять поймали, да, на себя? Ну да, сразу в первом, получается, у финнов пауэрплей был. Сразу просто не проиграли, и там Лайни, по-моему, бросал. Третий раз подряд? Да. А ноги-то свои уже или еще? Да нормально, подмазали, все хорошо. А у тебя получается вот этот сезон, конечно, все время тебя не ждут, но ты на чемпионате мира в ЦСКА становишься лидером, в чемпионате мира, сейчас на Кубке мира у тебя пошла игра. А специально хочешь, ну, нравится, когда там не верят в тебя, да? Почему? Я, в принципе, когда ухожу на лед, я делаю свою работу, и если получается где-то сделать еще больше, это только польза на команду, правильно? А так каждый игрок уходит, он знает, что он должен делать на льду. Наверное, трудно было представить тройку Селегин, Шипачев, Додонов раньше, просто на месте Панарина вас. Как вы находили общий язык, договаривались перед матчем, как будете мы играть? Мы перед матчем сразу договорились, как будем играть. Вот как? Потому что если теряем шайбу в зоне атаки, сразу садимся на них, не даем выйти из зоны. То, что у нас и получилось, мы забили. Тебе полностью удалось остановиться после тяжелого матча с Америкой? Там репрежили, что там все, заживает все, как на собаке. Доктора все сделали. Просто чудотворцы такие. Что думаете? Что думаете? Russian. Что думаете о полуфинале с Канадой? Couple минус, Russian. Я думаю, будет, как всегда, жесткая игра. Много будет атак. Самое главное, я думаю, выходить, выполнять свою работу и делать то, что мы умеем лучше всего. Но у нас понятно, что нет такой персональной опеки, как в футболе бывает. Но как вот вам лично сдерживать таких ребят, как Кросби? Как против них играть, они же умеют все. Ну, я думаю, мы разберем с командой, что и как надо делать, и будем выходить и воплощать это в жизнь. Не будет похоже на игру в Питтсбурге? Дай бог, мы уже забыли то, что было в Питтсбурге правильно. У нас сейчас будет важная игра. Насколько игрокам КХЛ, ты как игрок КХЛ уже привык к майке, площадке, к такому турниру, к такому, к такой атмосфере, давлению? Почему именно ты привык? Почему? В комплексе. К маленькой площадке? Нормально, мы уже отыграли 3 игры товарищеских, там уже все мы играли на маленьких площадках, так что мы быстро освоились. Ну, а с ребятами из КХЛ, Шипачевым, Додоновым обсуждали вот этот момент? Ну, конечно, обсуждали, мы постоянно разговариваем, что и как, и выпускаем это все в жизнь. А что в игре меняется, какие вот вы коррективы вносите в свою игру в этой связи? Ну, стараемся делать поменьше ошибок, самое главное сразу выходить из зоны и не терять шайбу в средней зоне, потому что сразу контратака идет на наши ворота, и поэтому маленькая площадка, и сразу опасный момент возникает. Скажи, как вообще решился на такой выход на раз, так эффектно получился? Решился на выход? Ну да, вот именно на такой прием. Ну, а там оставалось только так и делать, вылазить, там никого не было передо мной, оставалось пару шагов сделать и выйти. So in English now, what do you say about your